«Слуги народа» заявили, что к переговорам по Донбассу нужно пригласить США. Для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вести на встречу с президентом США Джо Байденом обновленный вариант Минских соглашений, рассказала народный депутат из «Слуги народа» Елизавета Исько. Что такое Минские договоренности? Это то токсичное наследие, которое нам досталось. Оно нам, конечно, не нравится, но, к сожалению, в рамках международного права это единственный формат, который сейчас у нас существует. Мы видим, что он не работает, что был определенный прогресс по вопросам заключенных, но больше ничего не происходит. Для того, чтобы это обновить, нам нужно создать какие-то новые возможности для этого формата, сказала она. Исько отметила, что США могут помочь изменить формат переговоров. США – это та политическая сила, которая может обеспечить новую волну этих переговоров. И для нас это важно, не только для Минского формата, но и для Крымской платформы, куда будут привлечены разные страны. Важна роль США, потому что мы видим, что в нормандском формате не тот результат, который Украина хочет получить. Мы хотим мира и конкретных достижений, но Россия не считается с этим. Нужно так обновить, чтобы Россия начала с этим считаться. Без США тут никак, сказала она. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.